Всем добрый вечер. Как меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Связь хорошая. Отлично. Значит, будем начинать. Кто подтянется, хорошо. Если что, будет запись. Как вы видите, давно мы не собирались по такой теме, но в этом каталоге у нас столько акций, столько различных новостей, столько даже акций, которых у нас никогда не было, и плюс они даже нам, лидерам, директорам, были в новость, в новинку даже, я бы сказала, никогда таких не было. Ну, как говорится, обо всем начинаем поподробнее. Ну и не могу не напомнить, что в этом каталоге в преддверии Нового года компания, как всегда, дарит новиночку. На этот раз это новые домашние тапочки. Очень интересная подача, тепленькие. Правда, я их еще не видела, но по картинке смотрю, что думаю, будут такие тепленькие. В каталоге они, по-моему, 26 рублей. А новичок сможет получить, как всегда, за 20 копеек. Ну, конечно, нужно зарегистрировать новичка. Проводим регистрацию или с личного кабинета, или когда вышли с личного кабинета, нажимаем слово «регистрация». Первое, что мы в таком случае должны сделать, это вписать свой личный номер, чтобы новичок не попал невесть куда. Затем нужно купить по каталогу на 49 рублей. Чтобы правильно высчитывать сумму, всегда вычисляйте минус 18%. И тогда эта уже сумма будет 100% верная, сколько к оплате. Если больше, хорошо, главное не меньше. Ну и как всегда мы говорим, что этот подарок закрепляется за вами. Вы с очередным заказом, минимальным не менее чем на 29 рублей, подарок добавится вам всего лишь за 20 копеек. Ну, конечно, начинать забирать с 21 декабря, но не забываем, что подарок новичка сохраняется за ним, закрепляется на 3 каталога. Ну и в этом каталоге, опять же, акция для наставников, условия те же. И все вы, девчонки, можете в них участвовать. Это нужно зарегистрировать не менее чем 3 покупателя. Не забываем, что эта акция не кратная. То есть, к примеру, если у вас 7 новичков, это не значит, что вы получите 2 пары. Нет, вы получите все равно одну пару тапочек. И личный объем небольшой, от 25 баллов. Ну и, конечно, не просто зарегистрировать этих новичков, а нужно, чтобы они вышли на тапочки, то есть успели оплатить до 20 декабря, и вы тоже со своим первым заказом, начиная с 21 декабря, но так как эта акция сейчас уже для наставников, поэтому напоминаю, что новичкам начинает добавляться подарок в понедельник, а наставникам в понедельник снимается отчеты Москвой, и только потом закрепляются подарки. Поэтому наставникам быстрее всего дают подарки во вторник. Ну и тоже очень классный подарок себе под елочку на Новый год. Также в этом каталоге продолжается акция для новых покупателей. Это подарок за быстрый заказ. Девчонки, кто не знал, обращаю ваше внимание. Я, например, это узнала, может, в позапрошлом каталоге, что как считалось, что если, к примеру, я зарегистрировала человека сегодня, значит, завтра ему подарок уже не дадут. Нет, подарок закрепляется за новичком на сутки. То есть, если вы зарегистрировали человека, к примеру, в 11 вечера, значит, до 11 вечера следующего дня остается за ним этот подарок. То есть он не сгорит 12 ночи. Кто знал этот нюанс, поставьте, пожалуйста, плюсики.
Просто я однажды столкнулась с такой ситуацией, что пропал подарок, когда я редактировала заказ и написала в обратной связи. Мне позвонили с дочернего предприятия, сказали, что подарки закончились, когда появится, конечно, очень хорошо, но в чем суть, что вам нужно успеть. И они сразу сказали, что новичок зарегистрирован в 15:50, поэтому имейте в виду, что завтра в 15:50 этого подарка уже не будет. Также не забываем напоминать, что новичкам все пробники, которые есть на складе, можно приобрести со скидкой 50%. Это входит и помады, и крема, которые есть там пару штук, и средства для дома, и, конечно, парфюм. И они закрепляются на 3 каталога. Поэтому всем рекомендую, если сумма на наборчике примерно одинаковая, добавлять один пробничек. Там есть же некоторые пробники по 35 копеек, по 45 копеек. Человеку будет приятно получить пробник. Добавляйте самые популярные водички, и вполне возможно, что этот человек, опять же, этот парфюм повторит. То же самое, если, к примеру, человек заказывает всю бытовую химию, точнее, косметику для дома, значит, добавляйте пробничек, допустим, или помады какой-нибудь универсальный цвет, или водички. Если же человек берет косметику, парфюмерию, значит, добавляйте пробник нашего средства для дома, именно духовка, это беспроигрышный вариант, или же пятновыводитель. Ну и, как всегда, скидка 30% на флоранж для тех, кто выполняет 50 и свыше баллов. И также, если вы покупаете в течение каталога на 174 рубля, в ценах консультанта именно по флоранж, 10% стоимости заказа вам возвращается в промо-скидку. Ее можно потратить в течение 2 периодов, но именно на флоранж. И сегодня у нас была конференция директоров и владельцев офисов. И раскрыли еще одну тайну, но не сказали точной даты. В преддверии Нового года будет еще раз продажа флоранж. Когда именно, мы узнаем чуть позже, но что она будет, это точно. Так что, девчонки, стараемся, особенно кто пробовал, он знает, какое это шикарнейшее белье. И не ждите следующей распродажи. Вы сами видели, в этом году, по-моему, распродажи даже не было. Если есть тот комплект, на который вы смотрели очень давно, сразу берите. И акция, которую мы не ждали и не гадали, и что она сейчас прям в сезон, когда реально все болеют, когда у нас у всех масочный режим, эта акция просто мега крутая. Она идет для всех стран. Поэтому все, кто всегда делает 50 баллов, или же кто сделает 50 личных баллов, кто сделает 50 личных баллов в этом каталоге, за всеми закрепится на следующий заказ 10 дезинфицирующих гелей для рук всего за 1 рубль. Обратите на это внимание. Поэтому, девчонки, когда, кто мои бизнес-партнеры, когда будете отрабатывать отчеты, обязательно проработайте тех, у кого там будет, к примеру, там 46, 47, 48. Например, в прошлом каталоге я смотрела, было 49, там 55 или сколько, чтобы люди добирали и обязательно в следующем каталоге делали минимальный заказ и забирали эти дезинфицирующие гели. Наташа, спасибо за вопрос. Те, кто делает 100 и более баллов, они автоматически участвуют в этой акции. То есть те получат 10 дезинфицирующих гелей. В чем здесь просто шикарнейший вариант? Во-первых, всех своих родных и близких обеспечите этим гелем.
Я думаю, вы уже все пользовались. Поставьте, пожалуйста, единички, кто себе приобрел и пользуется. Он жиденький, он быстро впитывается, не имеет сильный такой спиртовой аромат, не сушит кожу рук, что немаловажно. И также можно же от себя какие-то акции проводить, если работаете на продажу. Кто делает большие заказы, от себя чисто символически подарили дезинфицирующий гель. Человеку понравится, в следующий раз он обязательно спросит, а сколько он стоит, и вполне возможно закажет, и даже может и не один. Привет, привет, Таня. Поэтому еще раз повторюсь, обратите внимание на эту акцию. Поэтому запишите себе в планер или в ежедневник, что прорабатывать еще по такой акции, скину в бизнес наш чат такой вот слайдик, чтобы вам была возможность прорабатывать структуру. И привет, привет, новым прибывшим. И акция, которая, девчонки, проводится только в Беларуси. Такой акции у нас тоже не было. Помните, нам дарили мультиповар, нам дарили пылесос. Так вот, девчонки, так как у нас в чате директоров наши менеджеры, да, и Лилия Владимировна спрашивали, какие хотите и еще иметь подарки. И сами понимаете, кому-то одно нужно, кому-то второе, кому-то третье. Поэтому лучше всего какой подарок? Это, конечно, деньги. Поэтому, начиная с каталога 18, то есть акция уже действует. 5 каталогов, не 8, а 5. Не забываем, что сейчас сезон продаж. То есть эти каталоги у нас затрагивают и Новый год, и 23 февраля, и 14 февраля, и в преддверии 8 марта. Так вот, все, кто выполняет 100 и более баллов, эти баллы будут суммироваться, и если у вас за 5 каталогов 500 баллов, значит, в четвертом каталоге вам промо-скидку будет начислено 150 белорусских рублей. Но, еще раз повторяю, эта акция только для VIP, кто делает 100 баллов. Мы этот нюансик потом рассмотрим, но, девчонки, только если 100 и выше. Если суммарно у вас получается 500 баллов, но, к примеру, в прошлом было 90, значит, вы с этой акцией, грубо говоря, в пролете. Поэтому имейте в виду. Так что, чтобы это все контролировать, можете себе завести в ежедневнике страничку, чтобы себя контролировать, чтобы контролировать своих VIP-консультантов, или же заведите таблицу. Чтобы потом, когда будете опять же отрабатывать отчеты, а именно второй, третий каталог, чтобы знать, что не хватает именно этим новичкам, точнее VIP-консультантам, уже заговариваясь. Ну и для тех, кто делает большие закупки, то есть если суммарно ваши баллы будут 700 и более за 5 каталогов, вы получите 300 белорусских рублей на объемную скидку. В принципе, я это все уже рассказала, значит, еще раз повторяюсь, что сюда входят 5 каталогов, 18, 19, 1, 2, 3, суммарно 500 баллов, это личного объема. Но обращаю ваше внимание, если у вас есть претензии, то есть если вы в каком-то каталоге были в минусе, вы должны покрыть тот минус, и должно быть 100 баллов. И тогда вам на промо-скидку начислится 150 рублей. Если же суммарный личный объем ваш будет 700 и более баллов, тогда вы получите в 2 раза больше, 300 рублей для покупок. И эта акция, эти деньги будут начислены сразу. Ну, понятное дело, не в первый день четвертого каталога, потому что, еще раз повторюсь, всеми отчетами занимается Москва, и на все страны начисляет все акции именно Москва. Поэтому первый день каталога 100% будут сниматься отчеты, и во вторник, край, среду деньги будут начислены. Но
но и еще раз но. Здесь есть небольшой нюансик. Привет, привет. Значит, это скидка единовременная и на единовременный заказ. В отличие от объемной скидки за работу структуры, когда скидка разделялась и списывалась только 65%, здесь скидка спишется сразу, но ваш заказ, если у вас на промо скидке 150 рублей, должен быть единовременный заказ не менее чем на 151 рубль. Конечно, ничего не должно идти на автозаказ, то есть все-все-все должно прийти в одну поставку, и к оплате вам будет плюс-минус 1 рубль. То же самое и на 300 рублей. Чтобы забрать скидку 300 рублей, нужно сделать единовременный заказ на 301 рубль не менее, и тогда 300 рублей спишется. Но, как говорится, дайте нам деньги, мы найдем их куда потратить, тем более с таким вот ассортиментом. Тем более это будет где-то перед... Кстати, сейчас точно скажу, кто-то сегодня сбрасывал, какого числа у нас четвертый каталожек. Так, так, так. Четвертый каталог с 8 марта. Вот, с 8 по 28 марта. Поэтому 8 марта уже завершится. Ну, ничего. Одежда, белье, косметика, парфюмерия. У всех у нас есть праздники, дни рождения, друзей, крестников, детей и так далее и тому подобное. Вы можете всем сразу купить подарки и заплатить всего лишь за 1 рубль. Но здесь тоже есть одно «но». Баллы за такие заказы начисляться не будут. Вам дается деньги. Это то же самое, как нам приходил подарок пылесос, подарок мультиповар, баллов это не давало. Ну и те нюансики, которые я называла. Значит, акция только VIP. Поэтому, если вы VIP-консультанты, постоянно делаете 100 баллов, поздравляю. 150 рублей на 8 марта вы уже получили, а может и 300. Если вы 100 баллов делаете периодически, поэтому обязательно воспользуйтесь этой акцией. Еще раз повторюсь, акция затрагивает как раз Новый год, затрагивает 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Поэтому просто сами от себя придумывайте различные акции на работе, где работаете, чтобы все заказывали подарки у вас. К примеру, при заказе на 29 рублей скидка, к примеру, 20% или 18%. Как говорится, то, на что гораздо. Чтобы люди у вас заказывали, а вы делали свои 100 личных баллов и получили, получается, тавтология у меня, на 8 марта себе вот такой шикарный подарок. Вот я привела два таких примерчика. Значит, смотрите, к примеру, у вас один каталог 125, потом 175, затем 130 и 105. В итоге 535 баллов уже, в принципе, есть. Как бы участвуешь по-любому, но мы не забываем, что в течение 5 каталогов. Поэтому на 5-м каталоге нужно не менее, чем 100 баллов, и тогда получаешь 150 рублей. Ну, или же тот получается 60 баллов, даже 165 баллов, и в итоге получаешь 300 рублей. То же самое, 105 плюс 118 плюс 130 плюс 120, в итоге 473 балла. В принципе, не хватает 27 баллов, но не забываем, что участвуют в этой акции только VIP-ы, то есть не менее 100 баллов у вас должно быть каждый каталог. И, напоминаю, претензии не учитывается. То есть, к примеру, там, где у вас было в прошлом каталоге 120 баллов, но вы вернули, опять же, к примеру, куртку, которая 36 баллов, значит, имейте в виду, что в следующем каталоге у вас будет минус 36 баллов. Поэтому в следующем каталоге вам нужно будет набрать не минимум 100 баллов,
а минимум 136 баллов, чтобы претензия покрылась и в плюсе вы были, и было плюс 100 баллов. Поставьте, пожалуйста, троечки, если понятна эта информация. Ну и еще раз повторюсь, 8 марта мы все с вами получим денежку. Здесь не забываем, что баллы можно переносить. Кто знает про перенос баллов, поставьте плюсик. Как можно переносить баллы? К примеру, у вас уже 100 баллов есть. И вот на следующей неделе, последняя неделя, у вас приходят заказы, но у вас в принципе 100 баллов есть, но вы не знаете, выполните вы в следующем каталоге 100 баллов, не выполните. Значит, еще раз повторюсь, те владельцы офиса – адекватные люди. Или, первое, не забираете заказ, а забираете тогда, когда начинает действовать новый каталог. Или же забираете заказ, деньги ложите на счет, чтобы не получилось так, что вы забрали без денег, а просто говорите, что я участвую в акции, пожалуйста, не оплачивайте мой заказ. Никто не будет оплачивать заказ, все знают, что у нас такая акция. И в итоге понедельник, или вы сами, или владелец офиса проводит ваш заказик, и эти баллы идут на следующий каталог. Но, обращаю внимание, у тех, у кого стоит автооплата, все будет оплачиваться автоматически. Поэтому обязательно отключите автооплату, если она у вас есть. Дальше, девчонки, я не знаю, как вам. А вот лично мне акция Like Faberlic, которая вот уже второй каталог у нас, или третий? Третий, наверное, да? Да, 16, 17, 18. Мне прям очень полюбилась. Я, например, сейчас не спешу тратить свой VIP, потому что VIP сохраняется 3 каталога. Я сначала забираю Like Faberlic. Вот, допустим, сейчас заказала имбирный напиток. Он мне вышел, по-моему, 4 рубля 80 копеек. Мега круто. 14 порций. Мне иногда хочется, я и не болея, просто для согрева выпиваю. Очень вкусно. И имбирь чувствуется, я бы сказала, лучше, чем в прошлом году. Ну, возвращаемся к акции Like Faberlic. Напоминаю, что она дается не всем сразу. Если вы постоянный покупатель, то есть каждый каталог покупаете не менее чем на 29 рублей и оплачиваете эти заказы вовремя, тогда вы каждый каталог имеете вот эту возможность Like Faberlic со скидкой 70%. Но забрать эту акцию можно только с минимальным заказом. Поэтому как только ваш заказ на 29 рублей, сразу в промо-акциях появляется акция Like Faberlic. Она, по-моему, идет вторая после первых акций, промо-акций по каталогу. Есть там определенный список. В списке, обратите внимание, только то, что есть в каталоге, то есть то, чего нет в каталоге, в акции Like Faberlic не будет. Также обращаю внимание, если кто-то не знал, я просто периодически просматриваю заказы, которые приходят на офис. Наверное, все не понимают. Но я как бы смотрю, что вот, допустим, человек, к примеру, хочет, допустим, помаду, и он заказывает по акции Like Faberlic, ну, мол, она же будет дешевле, помаду. И, к примеру, помада, если в основной заказ, к примеру, 5 рублей 40 копеек, а если в Like Faberlic 4 рубля 80 копеек. Ну, скажите, неужели 60 копеек сильно вас спасут? Но зато в основном заказе, к примеру, тушь, которая сейчас не на акции, которая дорогая, по 11 рублей за 9 там, с копейками. Так может проще взять по 70 копеек вот эту тушь, помаду добавить в основной заказ. Если эта тушь не тебе, пожалуйста, сколько человек собирался заплатить за эту тушь, столько вы с нее и берете. Вы, получается, дешевле возьмете ту помаду. То есть я вас не отговариваю брать помаду. Если вам нужна помада, вы ее берите. Но вы просто просчитываете вот эти нюансы, потому что
Я когда просматриваю заказы, я просто вижу, что некоторые люди неправильно пользуются вот этой акцией Live. Или, допустим, средства для духовок. В основной заказ, если тем более она на акции там 3,50, а если по промо-акции 3,28. 21 копейка разницы, ну неужели там, или 22, они вас сильно спасут, поэтому вот здесь будьте внимательны. Дальше, если здесь важные нюансы, значит, если вы не постоянный покупатель, чтобы она у вас получилась, вам нужно не менее чем 2 каталога подряд приобрести продукцию на минимальный заказ и обязательно оплатить заказ. Тогда в следующем каталоге у вас уже будет акция Live Faberlic. Но с чем я столкнулась, то, что я не знала, сейчас, как говорится, когда столкнулась, уже знаю, обращаю ваше внимание, если у вас в прошлом каталоге была претензия, то есть если у вас был, допустим, заказ и на большую сумму, к примеру, 79 рублей, но там была блузка, которая стоила, к примеру, 52 рубля. В итоге, если вычесть, ну здесь в принципе получится, допустим, блузка стоила 64 рубля. В итоге получается 79 рублей вы заплатили, но вернули по претензии блузку. У вас, вам вернулось на счет 64 рубля, 79 минус 64, у вас выходит 15 рублей. То есть нет минимального заказа. И вы автоматически становитесь не участником акции Like Faberlic. Понятна эта информация? Поставьте плюсики, пожалуйста. Здесь будьте очень и очень аккуратны. Если же претензия была у вас оформлена, допустим, заказ пришел в каталоге 18, но вы вещь вернули по претензии в каталоге 19. То есть каталог 18 у вас посчитался активным, а каталог 19 вот минус эти баллы и минус эта сумма. Вам получается опять нужно покрыть эти минуса, чтобы вы были активным участником. Потому что даже если вот минимальный заказ по своей цене это где-то 24 рубля, если у вас будет там 19-20 рублей, у вас считается уже нет минимального заказа, и вы не участвуете. Дальше, если вы что-то заказываете, и у вас часть заказа ушла на автозаказ, то есть, к примеру, заказ на 11 рублей приходит, а заказ на 33 рубля ушел на автозаказ, вы оплатили только заказ на 11 рублей, вы тоже не участвуете в акции Like, то есть считаетесь как бы неактивным покупателем, нет минимального заказа, потому что автозаказ не оплачен. В данном случае есть два варианта. Или вы добираете до минимальной суммы 29 рублей, чтобы оплатить в этом каталоге, или же оплачиваете полностью весь заказ и автозаказ тоже, потому что автозаказы автоматически не оплачиваются. Эта информация понятна? Знали об этом? Поэтому будьте внимательны, потому что у меня уже получились такие две ситуации, и вот женщины, ну, остались обижены, потому что акция новая, эти все статистику снимаем не мы, проконтролировать всех-всех-всех на свете невозможно. И вот так получилось, что женщина, хотя как будто и покупала каждый каталог, но в прошлом каталоге у нее было только 4 активных балла, все ушло на автозаказ, и получается, прошлый каталог не было минимального заказа, и чтобы получить Like Faberlic, ей нужно 18-м купить, 19-м купить, и только в первом она получит. Поэтому будьте очень внимательны. Также я смотрю, что некоторые не знают, где находится акция Like Faberlic. Она находится в специальных предложениях. Так, там же, где и сейчас находится у нас другая акция – товар дня. Поэтому будьте внимательны, не забывайте забирать эту акцию, потому что она
каждый каталог сгорает и появляется новое. Потому что я вот даже смотрю, некоторые не забирают эту акцию, а потом получается, чтобы ей воспользоваться, нужно сделать минимальный заказ на 29 рублей. Поэтому начался новый каталог, у вас есть 29 рублей, сразу заходите в Like Faberlic и берите хоть даже что-нибудь из вашего заказа, чтобы эта акция не пропадала. Ну и еще. Товар дня, да. Товар дня по всем странам. И еще акция, которая у нас стартует, точнее, уже второй каталог идет, наверное, быстрее, лучше всего сказать, заканчивается. Это акция «Лови удачу», розыгрыш. Вот такая акция у нас впервые, никогда еще в Беларуси не было такой акции. И главный приз – 10 тысяч белорусских рублей. Да, счастливчик будет один, но он будет. 10 призов по 1000 рублей. 10 призов по 100 рублей и 1000 призов по 10 рублей. То есть всего получается у нас 1021 участник. Значит, самый большой выигрыш 10 тысяч и призы по 1000 рублей, они будут начислены на карт-счет победителя. Поэтому, еще раз повторюсь, не забываем активировать карты, чтобы участвовать в этой акции, и проверьте свои личные данные. Особенно, как я всегда говорю, старички, которые зарегистрированы давно, а всякое может быть. Может, у кого-то за это время менялся мобильный телефон, а при регистрации у вас до сих пор указан старый телефон. Может, кто-то в это время вышла замуж. Для России это акция с прошлого каталога. Ну, то есть они раньше начали участвовать. Я имею в виду розыгрыш. Значит, если кто-то вышла замуж, какая-нибудь у нас девушка, и в регистрационном номере у вас старая фамилия, вам нужно написать в обратную связь в рабочее время дочернего предприятия, это с 9 до 18, в теме написать, что смена фамилии, написать причину, затем приложить скрин паспорта всех трех страничек, как обычно, чтобы у вас в личном кабинете изменили фамилию на нынешнюю. Потому что, получается, такого человека нет. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И в итоге получается, что вы как бы и участвуете, но не можете получить подарок, потому что такого человека нет. Обязательно проверьте. Это, кого какая фамилия, думаю, вы все знаете. А что касается мобильного телефона, что касается адреса, значит, заходим в личные данные, настройки и изменяем. Это все вы можете изменить сами, изменить телефон, изменить адрес и нажать снизу кнопочку «Сохранить». Поэтому обязательно сделайте такие небольшие, как говорится, махинации, чтобы потом не было вопросов. Значит, еще раз повторюсь. Главный приз и все призы по 1000 рублей будут начисляться на карточку, на карт-счет, а призы 100 рублей и 10 рублей будут начисляться вам на регистрационные номера. То есть будет как будто объемная скидка для каких-то своих личных покупок. Так, значит, акция, еще раз повторюсь, у нас действует 17 и 18 каталог. 18 каталог у нас уже вовсю шагает. Осталось чуть больше двух недель. 2 недели и 3 дня, чтобы быть точными, поэтому обязательно активируйте свои карточки, а именно вам нужно в личном кабинете через сайт, не через приложение, а через сайт, там третий значок, который называется «Купоны и карты», нажимаем на него, затем выскакивает окошко «Принимаю», «Согласен принимать участие», и сразу у вас высветится
все ваши карты. То есть неважно, что вы в прошлом каталоге уже покупали, но не была нажата эта кнопочка, ничего страшного. Главное это успеть сделать. Да, здесь баллы зачисляются, как обычно. То есть за каждые 29 рублей, за каждые присваивается какой-то виртуальный номер. То есть даже если вы нажмете кнопочку «Принять участие 20 декабря», и за это время, к примеру, у вас было 6 карт, значит, вам сразу высветится 6 карт. Но здесь тоже есть... Так. А, это, думала, один и тот же слайд. Значит, розыгрыш призов будет 24 декабря в 12:00. И, значит, не думайте, что здесь выиграет там или кто-то знакомый, или там что-то везде куплено, или же выиграет тот, кто покупает больше и так далее и тому подобное. Мы все с вами знаем, вот, например, наша команда уже в течение года проводит розыгрыши. Мы знать не знаем, кто это все выиграет. Иногда выигрывают те, кто делает большие заказы, иногда выигрывают те, кто вот давно не покупал, в этом каталоге купил и повезло. Поэтому вы просто покупайте, как обычно, а виртуальные карточки вам будут присваиваться. Почему в Беларуси первый раз розыгрыш? Потому что это все у нас очень строго, очень серьезно. Чтобы все зарегистрировать, нужно перелопатить очень много, можно сказать, законов, чтобы все было зарегистрировано и в налоговой и так далее и тому подобное. Поэтому дочернее предприятие давно такое планировало, но сами понимаете, все проблемно. И ура-ура, у нас получилось. Была нанята специальная компания, которая занимается именно розыгрышами. То есть нам присваиваются виртуальные номера. А дальше 20, как обычно, снимает Москва отчеты. Дальше, я, наверное, написала на претензию, что снимает Москва отчеты. И опять же, если у вас были претензии в каких-то заказах, но чеки, вот вы все видели, что вам в чеке бумажном, который выдается на офисе, пишется там виртуальная карта, там 1, 2, 3 и так далее. Так вот, вы чек получили, но с этого чека, к примеру, вы вернули блузку, которая затрагивала одну, а то и две виртуальные карты. Поэтому имейте в виду, что они потом у вас отнимутся, когда будут сниматься отчеты. То есть, если вы вернули, если вам деньги вернулись, значит, карточки виртуальные тоже автоматически заберутся. А, здесь будет как обычно. Все, я поняла твой вопрос, Люда. Здесь будет, как обычно, объемная скидка. Ну и если она будет, как обычно, поэтому ладно, 10 рублей. Но если 1000, то опять будет 60%, 65% только списываться. Поэтому обращайте на вот это все внимание. Конечно, я, например, лично вообще ничего не считаю. Покупаю, как обычно, оплачиваю. Сколько будет карточек, столько будет. Будет 10, значит, будет 10. Будет 30, значит, будет 30. И акция, которой не было у нас никогда, абсолютно, поверьте, мне есть чем сравнить за 10 лет компании. Она стартовала у нас впервые, тоже для всех стран, называется она «Товар дня». Эта акция именно проходит в декабре. О ней мы тоже не знали, это для нас был просто шикарнейший сюрприз. И, понимаете, и даже как-то интересно, мы очень многие ложимся спать поздно, поэтому сразу в 12:01 заходим и смотрим, а какой-то сегодня товар дня. Вот, получается, 1 числа у нас была водичка бьюти-кафе. Ну, и, конечно, идет своя скидка, то есть мы видим цену, которая идет, и затем или минус 26%, какая у вас скидка. Так вот, первый день было
у нас бьюти-кафе. Вчера у нас был кислородный бальзам, а сегодня пудра. Пудра очень крутая, со спонжем. Ее можно наносить и сухим, и влажным нанесением. Если наносим влажным нанесением, получается как мини-тонирование, как будто нанесли тональную основу. Все три оттенка, то есть вы выбираете сами. И что мне нравится, что количество не ограничено. То есть вы можете всем своим знакомым, друзьям, вот зашли, посмотрели, что сейчас на акции, просто так и говорите: слушай, может, тебе нужна пудра, могу взять, к примеру, за 10 рублей. Где вы видели пудру за 10 рублей? Ну, сказать честно, я даже не знаю, сколько на рынке она стоит. Но вот эта пудра, обычно, когда она была на акции, 21 или 22 рубля, таких цен никогда не было. И в итоге, сами понимаете, что скидка 20% срабатывает, если есть минимальный заказ. Если у вас есть что-то добавить, значит, добавляйте. Если нет, или предлагайте своим знакомым, друзьям, чтобы был минимальный заказ, или же, я так посмотрела, разница небольшая, поэтому можно, в принципе, заказать только пудру, то есть, чтобы попасть в спецпредложение, можно заказать, к примеру, какой-нибудь пакетик, вы попадаете в специальное предложение, то есть промо-акции, заходите только сегодня товар дня, выбираете пудру, да, вы ее заплатите там 11,59 плюс 2% доставка, но все равно таких цен на пудру никогда не было. Она, может, по ВИПу столько стоила, а сейчас такая цена. Я вчера взяла себе 2 кислородных бальзама. У меня прям как раз заканчивается буквально чуть-чуть, поэтому я вчера воспользовалась акцией товаром дня. Ну, осталось пару часов, посмотрим, что будет завтра. Поэтому, еще раз повторюсь, обратите внимание, пока без понятия, будет продолжаться эта акция в 19-м каталоге или нет, поэтому этот каталог у нас до 20 числа. Так что смотрите каждый день товар дня, мало ли вдруг что-то будет такое, на что вы смотрите давно, но все время кусалась цена, поэтому обязательно воспользуйтесь этой акцией. Ну и, конечно, подведем итоги наших розыгрышей, которые у нас прошли в понедельник. Значит, вы все знаете, что у нас разыгрывалась новинка, водичка очень вкуснейшая «Марсель». Победитель определен. Это Левкевич Наталья из Минска. Моя структура, водичка ей уже отправлена. Когда получит, она мне обязательно напишет. Так как нас было огромное количество участников и в преддверии, можно сказать, уже Нового года, я решила от себя сделать еще 2 утяжительных приза. Это наборы для депиляции, гель для бритья и тоник после бритья. Выиграла Белевич Татьяна и Тимошук Рената. Они свои наборчики уже тоже получили. Рената получила во вторник, а Татьяне я передала прямо сегодня. Так что розыгрыш состоялся, могу сказать. Также в 17-м каталоге был розыгрыш специально от меня для всех тех, кто делает 50 баллов. Поэтому розыгрыш тоже состоялся. У нас было, по-моему, 35 участников. Победила Науменко Ольга. Это структура Оли Синькевич. Она, по-моему, из Могилева. Палетка уже к ней уехала. И я думаю, она ее тоже уже получила. Или может получить завтра. Ну и можно сказать, та-дам, что разыгрывается у нас в каталоге 18. Это мега крутой набор для двоих. Опять же, в преддверии Нового года нашей командой решено, что будет 3 победителя. Как вы видите, в наборчик входит 2 белоснежных, красивейших кружечки из фарфора. Кстати, сейчас, секундочку, я их сразу и покажу. Вот такие крутые кружки, 350 миллилитров. Я себе приобрела все 6. Так вот, в розыгрыше у нас 2 кружки. И на выбор
любая шоколадка и любой чай. Поэтому условия те же самые, условия мы не меняем. Вы покупаете, как обычно, не менее чем на 15 баллов. Не забывайте оплачивать до конца каталога, и вам присваивается какой-то определенный номер. Акция кратная, то есть чем больше у вас заказов, тем больше вам номерков присваивается. Если у вас, к примеру, 70 баллов, значит за вами закрепится 4 номерка. Поэтому имейте в виду, что если у вас не хватает буквально чуть-чуть, лучше добирайте. Авось, тем более в этом каталоге у нас 3 победителя. 3 счастливчика получат такие шикарные заказы. Ну, если вдруг чего-нибудь не будет на складе, потому что сами понимаете, пока все есть, но Новый год, покупателей у нас много. Поэтому, если вдруг что, проблема решаема, будем меняться, будем созваниваться, списываться с победителем и все решим. Но надеемся, все будет. Так что покупайте с удовольствием и участвуйте во всех-всех-всех акциях и розыгрышах и компании Faberlic, и команды Ольги Карпович. И опять же, впервые в Беларуси не было никогда, так как этот год у нас какой-то не очень хороший с этой пандемией, мы не выездные, и получается, очень давно ни с кем не встречались, не виделись, и дочерним предприятием было принято решение, что впервые в Беларуси пройдет цифровой форум Faberlic 26 декабря в преддверии Нового года в 12:00. Как всегда, по ссылке он будет в прямом эфире, не такой, который проводится в Москве. Вход свободный. Следите за нашими новостями в чатах, в сообществе. Мы, конечно, вас уведомим. И в 12:00 26 декабря заходите, поучаствуйте в форуме, посмотрите итоги кампании, награждения, познакомимся с новыми акциями, познакомимся с планом компании Faberlic на 2021 год, ну и, конечно, зарядимся энергией успеха и вдохновения на будущий год. Да, акций у нас очень много, подарков много, сюрпризов еще больше. И напоминаю, девчонки, что так как цены у нас, вы все видите, какие, а покупателей с каждым днем становится все больше и больше, не откладывайте покупку подарков на потом, потому что когда будет конец каталога, это где-то со среды, с четверга, уже очень многое будет в дефиците, поступлений не будет, например, в этом каталоге, и вы останетесь без подарков. Поэтому заранее пишите себе списки, кто у вас в планах на подарочек, как я всегда делаю, список, кому нужны подарки, и примерно распределяю, кому что, и по чуть-чуть покупаю. Ну и, конечно, на этом я хочу завершить наш вебинар. Наш такой ознакомительный, я бы сказала, вебинар, разъяснительный. Всех-всех-всех благодарю за то, что вы любите и цените нашу продукцию, покупаете сами с удовольствием, преподносите эту продукцию другим семьям. И, конечно, всем нам крепкого-крепкого здоровья, нынче его не хватает. С удовольствием участвуйте во всех акциях, розыгрышах. Если есть какие-то вопросы, конечно, пишите. И еще раз повторюсь, вы все равно будете покупать где-то подарки на Новый год, на 14 февраля, на 23 февраля, на 8 марта, на Рождество и так далее и тому подобное. Покупайте у себя в интернет-магазине, экономьте на покупках, а сами же участвуйте во всех акциях, распродажах и узнавайте новые новости
от компании Faberlic. Всем спасибо, кто пришел. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я надеюсь, информация была полезная. Вопросов нет. Все. Всем тогда пока. До новых встреч.